Ежегодно сотни людей по всей России попадают в тяжелые жизненные ситуации. Потеря документов, пожар в квартире, непонимание близких. От этого никто не застрахован. Для таких людей в Засиярском районе Ульяновска открылся кризисный центр. Учреждение займется оказанием целого ряда услуг. В центре будет предоставлена возможность питания, проживания, юридической помощи, психологической помощи, работы социальных работников, которая будет содействовать решению тех трудных жизненных ситуаций, которые возникают у людей. В центре имеется 25 спальных мест, а также все средства первой необходимости – одежда, обувь, еда. Ульяновцы могут жить в центре до 6 месяцев, однако в отдельных случаях срок может и увеличиться. Допустим, бывают сложные бытовые ситуации, когда дети избивают родителей, престарелых родителей. Куда эту бабушку или куда эту дедушку привезти? У нас будет возможность все-таки разместить здесь на определенное время, пока всякое бывает, потому что пандемия подтвердила семейные бытовые конфликты, они присутствуют. Имеет место быть, и здесь необходимо вмешиваться, изолировать из семьи на какое-то время. На данный момент ремонтные работы в кризисном центре завершены. С 20 января учреждение примет первых посетителей. С просьбой о помощи можно обратиться по телефону горячей линии 58 09 98. Максим Писарев, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.